for him to be a top 20 pick. That might be a little aggressive at this point, but he's in that mix. Giroff with the turnover, and he buries it. And it's now 10-1. Keep that up. Almost a disaster for the Germans. Then there it is, the game's first goal. Goes to Giroff as the pass came out of the corner. На то, чтобы... И очень опасная шайба в воротах! Буквально 8 секунд! Стальные лисы! Шайба в сторону ворот. И здесь Данила Юров имеет прекрасную возможность заработать второй балл в сегодняшнем матче. Что он и делает? Прибавляет к результативной передаче. Еще и взятие ворот екатеринбургских образов. Позиции, работа на пятаке. Ну, все не... И гол! Ну, шикарно просто! Ну, вообще, без слабых мест. Абсолютно без слабых мест команда. Пытался, и сейчас никакого, конечно, вывода шайбы даже нет. Смотрите, Гребенкин от силовой манере отнял шайбу, отдал Юрову. Но здесь уже, конечно, просто рассыпается. Пятая минута. А здесь контратака опасная была. Получается, и что? Вторая шайба в воротах. Да. Данила Юров, игрок бросков, таким образом набрали 79 очков на данный момент и сравнялись с Мамонтом и Югры, а здесь увлекся этим рассказом, и итогорцы открывают счет в матче.
шайба в ворот. А там уже попробовал дальше забрасывать. Так, да, Зазинуанчко. Правил шайбу в ворот. Вот опаснейший момент, видите. Разорвали опять оборону на пятаке, опять звено Спиридону. Полноценный, ну кому хочется даже вот в этой ситуации еще пропускать. Эх, не получилось. Чуть-чуть, друзья. 13 секунд. Хватит. Федор Сычков находит партнера. Вот сейчас бросок. Гол! Гол! Великолепно! Наконец-то реализовали мы, и теперь, я думаю, уже никто не сможет придрать. Но Сэндвик бросок, но блокирует бросок Глеб Иванов. И вот пустые ворота, будет ли бросать. Гол! 5-2! 5-2! Юров Данила, если не ошибаюсь, поражает пустые. Ну что же, ворота пусты. Будет ли шестая заброшенная шайба? Да, с неудобной руки. Точку в этом матче, эффектную точку в этом. Броска Ильи Николаева и здесь...